всем приветики, мои секретики. Вы сейчас на моем канале Secret Talk'а. И, наверное, как вы поняли уже по названию этого видеоролика, я сегодня пробуду целый день в детском саду. Это для меня, конечно, полный шок. Потому что, как вы знаете, мне уже 17 лет. Алло, гараж! То есть я не была в детском саду уже 11 лет? Что? На самом деле, я ужасно сильно скучаю по этим детским временам. А точнее, по своему любимому детскому садику. Но сегодня я окажусь снова в нем. Спустя эти прекрасные 11 лет. Ну, в таком виде я уж точно не пойду. Давайте как в ТикТоке переход сделаем. Ву-пуф. Ой, я считаю то, что все прекрасно. Только надо будет сделать детский голосочек. То... Стоп. А где... Ты откуда тут взялась? Лео, это я, Силия. Что? Силия? Ну да, мне сегодня нужно 24 часа пробыть в детском саду. Ну уж на ночь я туда тебя оставлять не собираюсь. Но мне нужно 24 часа. В общем, все ясно. Значит, я иду в универ, а ты в детский сад? Да. Что ж, ладно. Сегодня я побуду твоим папочкой. Да-да. Что? Так, идем? Да, я одета, я готова. Все, пошли быстрее. Только я игрушку возьму. Окей. Я, конечно, в шоке в полном. Конечно же, свою игрушку я брать не буду. Я возьму игрушку Лео. Ну, вы сами понимаете, почему. О, ну, в общем, ребят, я буду говорить пока что за Силию. Мы пришли. Площадка вообще пустая. Никого нету. Мы пока шли, вообще никого не было, реально. Так, ну ладно, мне уже скоро нужно быть в университете, а детский сад далеко от него. Поэтому пойдем. Здрасте. Здравствуйте, молодой человек. Здравствуйте, можно вам сегодня дать эту маленькую девчонку на воспитание в детский сад? На один день. Конечно, оставляйте. Спасибо большое. Только вы меня с ней познакомьте, сколько лет и так далее. Ну, ей 4 года. Ее зовут Силия. Ага, можете продолжать. Больше я не знаю, что сказать. Хорошо, все, оставляйте, приходите за ней ровно к 6. Можете, конечно, немного опоздать, если у вас там какие-то дела и так далее. Но желательно прийти к 6. Хорошо, постараюсь успеть. Так, дайте мне свой номер телефона и назовите свое имя. Лео. Вот номер телефона, сейчас я вам скажу. Угу, все, спасибо. Давайте, пойдем. До свидания. До свидания. Пока, папа! Пока, Силия. Ну что, Силия, сегодня ты останешься на весь день с нами. Хорошо. Так, все, пойдем. Знакомься с ребятами, сейчас скажу, где твоя группа. Так, моя группа, подошли ко мне все. Так, все, ребятки, пойдемте. В общем, воспитательница у нас будет сидеть вот на этом стуле весь день, а мы должны вот тут играть пока что. Ребят, я вспомнила то, что у меня сюда ходит мой младший брат Майк. Ё-моё! А можно покататься? Ну, конечно же, нельзя. Ну ладно, я шучу, садись. Спасибо. Так, ладно, не будем тут так шутить. А что у тебя с голосом? Да у меня все нормально с голосом. Странная какая-то ты. Я нормальная. Ой, ладно, иди поиграй во что-нибудь. У нас тут куча игрушек. Да я вижу. Господи, не могу так говорить. Там можно поиграть в эту игрушку. Мальчики, девочки, пододвиньтесь, пожалуйста. Спасибо. Сейчас я поиграю. Как круто! Я наигралась с твоим олененком. Можно мне теперь поиграть? Да, можно. Вот, забирай, короче, свою дощечку. И вот эту штуку. Гудбай. Привет. Привет. Что делаем? Я играю в кукольный домик. А можно посмотреть? Да. Ого, он такой гигантский. Да, он очень большой. Я обожаю в нем играть. Классно. В общем, смотри.
Вот тут находится на первом этаже ее спальная комната. Она живет одна. И ее зовут Мисси. Ого, красивое имя. Спасибо. Дальше тут находится вот такой туалет. Прикольный домик. А можно я тоже с тобой поиграю? Конечно, можно. Только возьми куклу, а не этого оленя. Как ты назвала мою игрушку? Олень. А, ой, извини, я о том подумала. Так, где мне найти куклу? Вот она. Мальчик, пододвинься. Мне нужно взять куклу, спасибо. Все. Поставь пока что эту вольненку куда-нибудь вот сюда, в ящик игрушек. Так, я буду играть вот этой девочкой. Она будет пока что кушать. А давай своруем еду из детского сада, из холодильника. А можно? Да, я так всегда делаю. Пойдем. Ой, а что мы есть будем? Походу, сегодня ничего. Грустно. Так, детишки, откладываем все свои игрушки и идем рисовать. Потому что сегодня у нас урок рисования с вами. Ура, рисовать! Я очень люблю это занятие. Серьезно? А тут правда интересно? Да, я обожаю нашу воспитательницу за то, что она нам делает такие уроки рисования. Хотя все делают их, но она их делает чаще всех. Ну что, ребята, сегодня мы с вами будем рисовать на свободную тему. Правда, вы сегодня нам разрешаете рисовать на свободную тему? Да, правда. Так что берите листки бумаги и можете нарисовать что-нибудь. А затем я вам поставлю оценочку. Ура! Ура! Это классно! Да, я тоже обожаю на свободную тему рисовать. Так, почти дорисовала и все. Я считаю, готова. Так, ну все, время вышло. Сейчас у нас будут вторые ребятки рисовать, а я посмотрю ваши рисунки пока что. Так, что ж, Силия, молодец. Очень хорошо нарисовала рисунок для первого раза. Вау, молодец, Джек. Ты тоже очень красиво нарисовал. Так, ну а теперь нам нужно сейчас пойти поспать. У нас сон час. Убираем поэтому все мелки и идем уже наверх. Наверх? Да, у нас на втором этаже спальня находится. А тут на первом этаже находится спальня для наших более взрослых девочек, которым уже 6-5 лет. В следующем году мы будем уже спать здесь. Ничего себе. Так, все выходим. Бежим. Проходим, ложимся спать уже. Так, ребятки, не забываем еще раздеваться, естественно. О боже. Так, все переоделись, теперь снимаем головные уборы и все, уже спим. Последняя твоя кроватка, Марк. Так, все, теперь нужно все закрыть. Ну и пока я сплю, я вам перескажу все свои ощущения пока что по поводу этого детского сада. На самом деле я в полном шоке, потому что мне здесь очень нравится. Также тут очень дружелюбные дети, они тут все знают абсолютно. Воспитатель тоже очень тщательно следит за каждым действием каждого ребенка из нашей группы, что меня очень сильно удивляет, потому что многие просто, ну, они вообще просто бегают везде. Конечно, есть дети, которые непослушны, но лично в моей группе, в которой я сейчас, тут все практически такие послушные, то есть воспитанные. Ну и, в общем, свое мнение я пока что рассказала, давайте дальше. Так, начинаем просыпаться, все просыпаемся. Кстати, воспитательница даже не поменялась за сон час. Как так? Так, все, проснулся уже малыш. И мы идем на обед. Так, все выходим быстрее, быстрее, быстрее. Сейчас поговорим насчет полдника в детском саду. Сегодня нам дали вот такую картошку с фрикадельками и подливом. А также запить нам дали вот таким компотом. Сейчас попробуем. Так, теперь запиваем. Кстати, как вы можете увидеть, у нас вот такие кружечки, тарелочки, все подходит. В общем, мы теперь все нашей группой вместе поели. И сейчас пойдем, знаете куда? Вот попробуйте угадать. Ну что, теперь мы снова заходим в лифт. Ура! Что ж, проходите. А тут у нас бассейн. Ребята, вы представляете, тут каждый день проходят уроки
по плаванию. Тут все хотят плавать. 1 час у нас для того, чтобы научиться плавать. Ну и всякие делать трюки и так далее. А 2 час нам дается для того, чтобы просто свободно поплавать, как мы хотим. Что ж, плавать мы все научились. Итак, смотрите, встаем на бортик и прыгаем вот так вот рыбкой. Вот так, поняли? И нужно нырнуть прям вглубь. Потому что вы прекрасно знаете, то, что глубина вся подстраивается под вас, поэтому сегодня у нас не так глубоко. А теперь давайте же попробуем научиться этим трюкам, которые я вам показала. Так, все, теперь выходим из воды, нам нужно немножечко обсохнуть, и потом вы сможете искупаться так, как вы хотите. Ну так круто, вы просто не представляете, ребята, на самом деле я очень устала плавать. И сейчас мы уже идем просто плавать, как хотим. В общем, плавательный сезон окончен. Теперь мы идем просто гулять на улицу. А вот мы и вышли погулять. Тут на самом деле не такая уж и большая площадка, но она крутая. На батуте можно прыгать сразу нескольким человеком? Да, можно. Как видишь, они прекрасно проводят время. Ага, но я тоже хочу попрыгать. Ну, лучше попрыгать потом, пускай они угомонятся. А пока что пойдем на горку. Пойдем. Я в домике, апа. То круто. Да, да. А давай их отвлекем, чтобы попрыгать на батуте. Давай. Эй, мальчики, смотрите, что мы на горке нашли. Да, пойдемте быстрее с нами. На горке что там? Пойдемте. Пойдем, пойдем. Что там? Ты достал уже. Да посмотрите же вы, приглядитесь. Вон, видите? Давай. Ребята, давайте играть дружно. Подождите, стойте, Лили. Что, зачем вы их отвлекли? Они ведь тоже хотели попрыгать. Ну и мы тоже хотели. Так вы же можете все дружно прыгать. Ну... Я считаю, что воспитательница правильно говорит. Ребята, пойдемте с нами прыгать. У-у-у, да, как круто, весело. Давайте все вместе. У-у-у. Мы тоже хотим с вами. И мы хотим. Ура! Так, у нас тут еще есть дети. Что вы там спрятались? Идите, тоже прыгайте на батуте со всеми. Посмотри! Ну, а я пока что скачу с горки. Оп! Так, ребята, ну все, за вами уже пришли родители. Пора всем уже уходить. О, нет. Ну вот. Селия, уже так-то стемнело. Пойдем. Ну, блин, Лео. Ой, то есть папа. Так, ну что ж, все. До свидания. До свидания. Спасибо вам большое за этот день. Нам очень понравилось. Да, спасибо вам огромное. Всегда, пожалуйста, приходите еще. До свидания. До свидания. Фух, я устала быть маленькой. Пора перевоплощаться. Фу. Чудо-патруль, не заглянись. Селияй, да есть. Лео, ну... Я, конечно, не против, если ты это съешь, но вот я сама уже против. Ладно. В общем, ребята, на этом наш видеоролик подходит к концу. Я вам хочу сказать то, что мне очень понравилось в детском саду. Там были очень добрые воспитатели, точнее, один воспитатель. Ну, в общем, там было очень весело. Это самый лучший детский садик в мире. Я ставлю ему 10 из 10. Что ж, всем пока-пока. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. Всем пока-пока и до встречи в новом видеоролике. Пока-пока.